Согласно современным данным Министерства обороны Российской Федерации, общие людские потери Советского Союза за время Великой Отечественной войны составили более 26 миллионов человек. Из них около 12 миллионов – военнослужащие. Имена многих погибших до сих пор остаются неизвестными. В их честь сегодня в Азове на площади Победы состоялся митинг при участии первых лиц города, представителей казачества и патриотических организаций. По завершении памятной акции были возложены цветы к мемориалу павшим за Родину и к стене памяти. Все мы прекрасно осознаем, что благодаря Великой Победе, Великой Отечественной войны, мы пришли к тому, что победили немецко-фашистских захватчиков. Мы живем на мирной земле. Каждое сражение, большое и маленькое, после сражения оставалось много погибших солдат, бойцов, имя которых по сей день неизвестно. На сегодняшний день в вооруженных силах Российской Федерации служат достойные солдаты, которые воспитываются и учатся на нашей земле, в наших школах. Их учат тому, чтобы помнили имена тех, кто принес нам мирное небо.